Здравствуйте, наши дорогие зрители, с вами канал Кулинарная Гармония и Михаил. И сегодня мы приготовим очень вкусные отбивные из кальмара. Нам для этого понадобится кальмары, яйцо, мука, специи для рыбы, соль, растительное масло. Ну что, давайте теперь приступим. Подготовим кальмар. Это уже тушка, уже почищенная, но у нее есть еще сверху пленочка, которую надо будет снять. Для начала я его разрежу. Она очень тоненькая. Вот, видите, смотрите. Вот, ее надо снимать. Снимаем ее для того, чтобы во время жарки он не сворачивался. Но этого тоже мало. Надо будет его еще слегонца прорезать ножом. Я покажу позже, как это сделать. Он чуть-чуть вот надрывается, но это не страшно. Кальмар почистили, промыли. То, что он здесь надорвался, это ничего страшного. Он не крупный, я его разрезаю напополам вдоль. Эта тушка чуть крупнее. Но он тоже разорвался, но, как я говорю, это ничего страшного. Его я разрежу на три части. Чтобы он сильно не сворачивался, я его не сильно прорублю ножом. Ребята, и не забывайте подписываться на наш еще один кулинарный канал с диетическими рецептами. Ссылки будут внизу под видео в описании. Вот, смотрите. Вот так вот. И с этой стороны точно так же. И теперь его отобьем молотком. Я ложу в пакет. И отбиваем молотком. Переворачиваем. И с этой стороны. Ну вот, смотрите. Отбиваете не сильно. Кладем кальмар в пакет для того, чтобы его не порвать. И чтобы он не ляпал, когда вы будете его отбивать. И точно так же делаем остальной. Кальмары отбили. Теперь их посыпем солью, специями. Кстати, хочу вам сказать, у нас на канале есть очень вкусный соус для рыбы и морепродуктов. Хочу вам его порекомендовать. Ссылочку оставлю внизу под этим видео в описании. Я использую обычную смесь специй для рыбы. Вы можете использовать, какая вам нравится. Переворачиваем и точно так же с другой стороны. Кальмару дадим постоять, помариноваться минут 15. Забьем яйцо, просто вилкой, до однородного состояния. Отлично. Включаем сковороду, наливаем растительное масло. Кальмар сначала обмакиваем в муку. Теперь в яйцо. Следом еще один. И выкладываем на сковороду. И жарим на среднем огне с двух сторон примерно по пару минут с каждой. Переворачиваем. Какой аромат стоит, ребята. Очень вкусно пахнет. Снимаем, готовые. И точно так же жарим остальные. Ну что, давайте теперь попробуем. Очень красивый, очень аппетитный кальмар. Смотрите, какой он не сухой, он нежный. Класс. Это настоящее лакомство. И не забудьте про соус. Ссылочка будет внизу под видео. Смотрите, как он получился. Он готовый, прожарился. Класс. Пробуем. Отбивные из кальмара очень вкусные, ребят. Они нежные, сочные и легко и просто готовятся. Рекомендую обязательно вам их приготовить.
Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, не забывайте ставить лайки, а также не забывайте делиться с друзьями. И подписывайтесь на наш еще один кулинарный канал с диетическими рецептами. И подписывайтесь на наш инстаграм, там более короткие видеорецепты. Ссылочки будут внизу под видео в описании. Приятного аппетита всем, пока-пока и удачи!